Привет, дорогие друзья! Сейчас хочу немножечко ответить на то возражение, да, которое у многих возникает, когда человек приходит в этот бизнес, особенно если это мамочка в декрете, сразу же говорит: я не могу начать действовать здесь, потому что у меня дети, у меня много времени уходит на детей, мне нужно детей покупать, постирать, накормить, погулять, отвезти в школу, поучить уроки и так дальше. Очень много забот с детьми. Я согласна, я это понимаю, потому что я тоже мамочка, у которой есть маленький замечательный сын. Когда я пришла в этот бизнес, я была в декрете. У меня точно такие же были дела по поводу отношений с детьми. Но что я хочу сказать, для меня более важно было то, что мой ребенок заслуживает лучшей жизни. И если я проведу декрет 3 года, каждый день стираю, сопли вытираю, кормлю, чтобы хорошо поел, был чистенький, одетый, наглаженный, и после 3 лет пойду на работу с 8 до 8 вечера, извините, когда ребенку уже после 3 лет нужно мое внимание, нужны финансы, нужны уже какие-то, да, исполнение его мечт, у меня не будет на это времени, потому что я буду ходить на работу. И особенно для тех, у кого дети, это огромнейшая мотивация действовать здесь, потому что здесь вы сможете заработать себе намного больше и себе, и для своего ребенка, чтобы воплотить ему его мечты. Я рекомендую всем, я уже много видела здесь людей, которые работают с 2, с 3, с 4, с 5 детьми, которые успевают, потому что эти дети, у них мотивация, потому что я хочу дать своему ребенку больше, чем я могу дать, работая на основной работе. Работая на основной работе, я могу дать исполнение мечты своему начальнику. И все. И больше ничего. Поэтому я хочу вам сказать, если у вас есть дети, задумайтесь, вы выходите из декрета на работу после 3 лет, и вы уже перестаете полноценно быть внимательным родителем, потому что у вас нет времени на вашего ребенка, у вас есть время только на работу и на исполнение мечт своему начальнику, государству и так дальше. А вам нужно исполнять свои мечты, мечты своей семьи и мечты своего ребенка. Я уже исполняю свои мечты, мечты своей семьи и мечты своего ребенка. И советую задуматься об этом вам. Начинайте сейчас, ребенок вам скажет: мамочка, спасибо, что когда ты была в декрете со мной, да, ты начала свои 2-3 часа в день правильно выделять для работы, что ты создала свой бизнес, и сейчас мы имеем все. Вам скажет, вам ребенок вас будет благодарен. Я всем желаю успеха, всем желаю делать правильный выбор. С вами была Ирина Тукова на связи. И всем пока-пока.